Международный аэропорт «Владивосток» поздравил ветеранов с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Накануне памятной даты, в знак признательности за ратный подвиг, сотрудники аэропорта провели ряд мероприятий. 9 мая – это такой великий праздник для нашей страны. Ежегодно мы поздравляем, и в этом году поздравили всех ветеранов, вот кто принимали участие в Великой Отечественной войне, тружеников, кто пока еще вместе с нами. Их, конечно, становится с каждым годом все меньше и меньше, как бы печально нам не было. Также мы присоединились к акции «Георгиевская ленточка». В аэропорту у нас организован штаб, который оперативно отслеживает передвижение ветеранов. Вот. Для них мы создали бесплатное посещение VIP-залов и полностью сопровождение от стойки регистрации до посадки в самолет. Низкий поклон ветеранам за их храбрость, за их героизм, за нашу счастливую, спокойную жизнь. И от всей души хочется пожелать им, конечно, здоровья, добра, долгих лет еще жизни. Всего самого лучшего. Также, по доброй традиции, аэропорт «Владивосток» провел конкурс детских рисунков на тему «Рисую победу» среди детей сотрудников предприятия и воспитанников подшефной школы. Через рисунок участники конкурса передали слова благодарности всем тем, кто подарил нам мир. В преддверии 9 мая выставка детских рисунков, посвященная Великой Победе, украсила аэровокзальный комплекс воздушной гавани. В честь великого праздника аэропорт «Владивосток» принял участие и в городском субботнике по благоустройству памятных мест. Сотрудники воздушной гавани Приморья облагородили городской парк авиаторов, привели в порядок монумент в виде хвоста боевого самолета, частично его восстановили и очистили от мусора территорию вокруг. Тем самым мы прикоснулись немного к истории и почли память наших героев, артемовских военно-морских летчиков Тихоокеанского авиационной дивизии имени Николая Алексеевича Острякова. Всегда помогаем и очень рады, когда кто-то проявляет инициативу, в данном случае как аэропорт, международный аэропорт «Владивосток». И мы присоединяемся и также активно участвуем. И большое спасибо аэропорту за то, что они вот эту инициативу проявили для жителей города Артема и для тех, кто вообще прибывает в Приморский край, это же ворота. Посмотри же, солдат! Радость, скорбь, гордость, память. Смешение чувств сливалось в общей атмосфере праздника. Песни военных лет, звучавшие на Придворцовой площади, придавали настроение зрителям. Артистам, особенно молодым, ответственность. Сегодня подрастающее поколение, правнуки тех, кто подарил мир нашей стране, они сегодня рассказывают стихи и поют песни, танцуют танцы, наполненные смыслом и содержанием. Чувство патриотизма – главное, что объединяет наш народ. Долг перед Родиной и память о тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Трудился на заводах, шахтах, колхозах, кто отдал свои жизни, кто вернулся с победой, и все сошлись единой колонной в строю бессмертного полка. Я сегодня пришла поучаствовать в бессмертном полку со своим дедушкой, дедом Федором Васильевичем Филипповым. Дедушка мой работал в годы войны на шахте Дальневосточной, добывал уголь для нужд фронта. Я горжусь очень своим дедом. Вы сегодня пришли на праздник с портретами своих дедов? Да. Дедов. Наши деды воевали. Да, и мы очень гордимся, дошли, что живем. Дошли до Берлина и пришли живыми. И но сегодня их уже мы с ними вышли, чтобы они видели, какой парад в нашем городе Артеме. Это мой дед, который прошел всю войну, был ранен, воевал в саперном батальоне. Очень такие войска были тяжелые, потери были тяжелые, но, слава богу, остался жив. И мне довелось с ним общаться. А что для вас вообще этот праздник? Ой, ну что вы, это самый лучший, самый большой наш праздник. Великий праздник нашей страны. Какие чувства прежде всего возникают у вас, когда мы говорим о Великой Победе? Слезы. Конечно. Больше конечно. Ничего, гордости только слезы. За наших дедов, что они победили фашизм. Имена многих из тех, кто победил фашизм, увековечены на плитах городского мемориала. Здесь горит вечный огонь и всегда живые цветы. 9 мая их особенно много. Скажите, кто у вас здесь? У нас Шагабудинов, Гемадин, мой дед. Вот погиб в 43-м году.
дальше ничего не знаем. Вы каждый год приходите? Каждый год приходим. Каждый год. Да, что для вас этот день? Что для вас эта память? Ой, память, ну, волнительно. Гордимся за всех воинов, кто погиб. Ты гордишься своим прадедушкой? Конечно, горжусь. Если бы не он, то, может быть, он все-таки помогал освободить и погиб в войне. Только 5 человек, участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны, осталось в Артемии. 2 из них, бодрые и здоровые, присутствовали на празднике. Андрей Иванович Балакин и Иннокентий Афанасьевич Отев. Оба служили в авиации, делали одно дело – воевали с врагом, выполняли свой долг, защищали родину и свой народ. Нас много было в армии, и все понимали, что родине тяжело. Поэтому все трудились, не считая своего живота, как говорят, это тяжело, сложно. Я служил авиации, так вот, оружейником, заряжал пушки, пулеметы. Наш 129-й гвардейский истребительный авиационный полк вот, награжден орденами Советского Союза. В полку было 11 героев, один дважды герой Николай Гулаев. Я не знаю, кто бы какой человек сказал, что я на задание не полечу. Не было такого. Ну, 5-6 вылетов. Я 17 лет. Вот самолеты стоят ночью в поле, стоишь, охраняешь. 17 лет. Спасибо вам за ваш подвиг и за нашу победу. Ну что, пожалуйста, это мой долг, другого я сделать не мог. Мы гордимся своими ветеранами. Мы не устаем говорить слова благодарности. Мы верим в силу и мужество современных военных летчиков и непрерывную связь поколений. Ну, для вас, военных, наверное, это особый день. Да, вы совершенно правы. Каждый год празднуем всей семьей. Вот и сегодня тоже пришли почтить память наших предков, прадедов, прапрадедов. И такую крошку с собой привели. Ну, конечно. Тоже с самого детства. Чтобы с самого детства ребенок понимал, что в какой стране он живет, да? И какие чувства при этом испытывают его родители. В первую очередь благодарность, конечно. Благодарность, опять же, нашим родным, близким. Те, кто 77 лет назад совершил эту долгожданную великую победу. Нельзя просто так взять и не прийти на этот праздник, то есть там не сложить цветы, не почтить память минуты молчания. Вот. Это все для нас очень, ну, важно. Трудно быть женой военного, тем более летчика. Да нет, не трудно, конечно. Везде за ним, везде с ним, всегда рядом. Что бы ни случилось. Берите кашу! Максимально сохраняя атмосферу праздника и его настроение, военные повары приготовили кашу, солдатскую. И даже офицеры не могли удержаться, чтобы не попробовать. Вам в свое время приходилось, наверное, вдоволь поесть солдатской каши? Очень много. Но сегодня она вкуснее. Или каша другая, или это самое. Но все равно традиция, она гречка есть гречка. Какая бы она ни была, но это традиция, да. И кушать надо. Я с удовольствием сюда прихожу, когда на параде, 2 года не было, и вот с удовольствием простояла сколько, и все равно получила кашу. Ну, спасибо всем. Дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А на площади продолжался концерт. Исполнялись песни, танцы, частушки. Все ребята веселятся, что отвоевались, а и девчата тоже рады, женихов дождались. Каждое учреждение культуры, каждый воспитанник постарались, подготовили к этой программе особо лучшие номера, самые лучшие номера, которые символизируют собой благодарность нашим победителям и мир на земле. Я сколько помню тебя 9 мая, ты все время в военно-полевой форме. Когда тебе уже звание дадут?
мы не ради звания, а ради благодарности делаем эти программы. Не зря наша программа называется «Салют Победе». А я разноцветными звездами украшу для вас весну. Долго еще над городом звучали песни военных лет и современные композиции. Так, наверное, и должно быть. Жизнь продолжается, и прожить ее нужно так, чтобы не только мы, но и потомки наши помнили о бессмертном подвиге великого народа. Лет назад отзвучали последние выстрелы трагической и незабываемой войны. Но спустя такое количество времени не заживают раны в сердцах людей. Каждый год мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы и говорим бесконечное спасибо нашим прадедам за мир на земле. Концертной программой завершилось празднование Дня Победы в Артеме. Для старшего и младшего поколения выступили творческие коллективы округа и исполнили известные и любимые всеми песни военных лет. Yeah.
песни военных лет – это особая музыкальная летопись Великой Отечественной войны. Они часто рождались на передовой, с ними не расставались солдаты на нелегких фронтовых дорогах, а старики, женщины и дети, работающие в тылу. Эти песни помогали им жить, верить в победу. А сегодня эти песни согревают наши сердца. Тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Летали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка забирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клён зелёный стрезной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый стрезной. Раз кудрявый, клён зелёный стрезной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый стрезной. По дороге пивной на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русская слава все тропинки прошла. Встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полнее наливай. Встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полнее наливай. На вечернем концерте в парке культуры и отдыха собралось большое количество людей. Все весело гуляли и отдыхали. Также в честь Дня Победы прогремел яркий салют, а после ведущие провели флешмоб. Ведь все мы пришли в этот мир, чтобы жить, а не воевать. С Днем Победы! Ура! Поем все вместе, выше руки! Джинс!
День Победы, как он был от нас далек, как костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, ворогам права. День Победы, День Победы, День Победы. Ура, товарищи! Дни и ночи у Мартена печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, ворогам права. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы, ворогам права. Это праздник, с сединою на висках. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы, это День Победы. Города права. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами. Вдохновенно и смело солдатский вальсет отзвучал, и вена кружилась и пела, как будто сам штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжский битву разлив, как будто Россию обнял. Помнит вена, помнят альбы и лай. Тот, ведущий,
седой и прекрасно на лвань сполохрёсся огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех обвиняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Пены, спасенный солдат на гармонии играл. Помнит верно, помнят оливы и дуна. Друзья, по многочисленным просьбам, которые приходили к нам за кулису, мы повторяем наш номер, но сейчас большая просьба. У всех вас есть сотовые телефоны. Давайте зажжем наши огоньки. Давайте почтим память всех наших дедов и прадедов. Зажигайте! Друзья, зажигайте огонечки. Спасибо деду за победу. Станем мы. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Как дети и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. Тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем,